и чувствовать себя комфортно в профессии. Ты знаешь свое точное время рождения? Да, знаю. Но не скажу, а то еще откройте мою натальную карту и будете все про меня знать. Как родители относятся к твоей популярности? Я не знаю, мне кажется, они вообще не ощущают этого никак на себе. Просто я их дочь, и все. Такая же дочь, как и всегда была, и есть, и буду. Не знаю. Любишь конфетки? Нет, не, я вообще не люблю сладкое. Ну вот соли могу килограмм сожрать. Ага, Шайнет закроет и посмотрим, как кто и кому говорить будет. А его собираться закрывать? Печалька, если так. Нравится Карди Би? Да, очень. Что за школьников ты выгуливала? А, это дети моих учителей школы. Привет, Женя Мельковский. Передаю тебе привет. Слушайте группу Нервы, она классная. Ты за ЗОЖ? Я-то за ЗОЖ. Но себя таковой не могу назвать. Я человек, которому хочется все. Бразерс или Порнхаб? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Вы пытаетесь понять, куда я пойду. Мать, прими трансу. Хорошо. Здравствуйте. Здрасте. Привет, мамуль, как дела? Привет, сыночка. Хорошо. Нормально, у меня тоже. Кажется, мое лицо красивое, Что ты припухшее. там делаешь? Я 5 дней в Санкт-Петербурге, я уже некрасивый, блядь. Петербург вообще делает плохие вещи с людьми, ты знаешь? Делать ужасные вещи, нереально. Вот. Тебе привет передавали. Кто? 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 Кто мне мог От Вани передать привет привет? тебе. Ой, Ваня мне привет передавал. Да. Как это мило. Передать ему тоже. Привет, Ваня. Чего здесь нет? Я передам потом. Ну что, ты как все дела рассказывай? Я грущу. Что случилось? Дождь. Дождь случился, больше ничего. Жесть. Даешь. А я радуюсь, на самом деле. Ты радуешься дождю? А? Дождю? Нет, Радуешься я дождю? радуюсь, что я лечу в Москву наконец-то. Это А-а-а. невозможно. Уже становится. Правильно, вообще не нужно Вот. ездить в Питер. Я больше в клуб не пойду никогда, в кислоты вообще. Никогда в жизни. Почему у тебя такое же мнение, как я туда Чего, сходила? чего? Потому что мы семья.
Наверное, да. Я думаю, это что-то, да, это генетическое. Генетическая неприязнь. Нет, я люблю Питер, но только тогда, когда там погода классная. Но когда там погода плохая, там невыносимо для меня. Не, у нас все четко было, на самом деле. Я поменял мнение о Питере в этот раз. Мне понравилось, было клево. Но я просто не пил водку каждый день. А что ты там делал? И сразу стало получше. А что ты там делал? А я вообще по работе ездил. Командировка у меня была. Я открываю шоурум в Питере, и еще я держу... О, рекламка пошла! Ты думаешь, я просто так залетел? Катюха, тебе потом перекину деньги. Давай дальше. Короче. Ой, вот. Катя, прими заявку. Все, давай позорно удалюсь просто. Нет, не надо. Ну рассказывай, что там у тебя. Короче, диджейл еще улил Кристалл на концерте. Было очень круто. И... К нам пришли мусора на концерт. Мусора, если вы это смотрите. Тебя как раз мусора сейчас, мне кажется, удалили из трансляции моей. Все. Очень быстро убрали человека. Моментально. Это очень смешно, что его сразу убрали. Ой. Блин, спасибо вам огромное за добрые слова. Вы вообще мне подняли настроение. Марк мне тоже сейчас сделал то же самое. Ой. Всех люблю, всех целую. Спасибо огромное. Не грустите, как я, в эту погоду питерскую. Бедный Марк, да, реально. Короче, будьте счастливы. Я пытаюсь вот эту вот свою традицию выхождения в прямые эфиры прекратить чуть-чуть. Так что увидимся как-нибудь потом. А то вдруг у меня из-за этих трансляций никто интервью не будет брать. Давайте, Коля.